Доброе утро всем в этом чатике. На часах 6:55. Я проснулась в 6:30 за 2 часа до выхода на съемки, потому что я очень не люблю собираться в спешке, но при этом я очень не люблю мало спать. Поэтому обычно я решаю проблему тем, что сплю еще меньше. На первый взгляд было неплохо, но потом мне попался горький салат, который это все омрачило ситуацию. Сейчас я делаю себе кофе, чтобы как-то пережить этот день. Потому что вечером у меня еще стоматолог, а я очень боюсь стоматологов. Я думаю, что я буду очень сильно стрессовать, даже на осмотре зубов, поэтому пожелайте мне удачи. Спасибо. Да, скорее всего, этот клок выйдет уже, когда я схожу, но удача — это всегда хорошо. Вот она. Еда чемпионов! Кто шарит за черные точки, плавающие в кофе, что это такое? Вы можете писать в комментариях. Как вы понимаете, в моей части влога будет много байтов на комментарии. Давайте подискутируем на тему лучшая намазочка для хлебчика. Консилер. Консилер, кстати, очень классный. Особенно вот этот персиковый цвет. Им очень удобно замазывать круги под глазами, что особенно актуально всегда. Я просила пощады. Где она? Сойдет? Сойдет. По-моему, это мой девиз для сегодняшнего макияжа. Сойдет. Ой-ой-ой. Желтая. Почему она желтая? На самом деле, это очень странно выглядит, когда я тушу ее пальцами, а не кисточкой. Ну а что? Правильно, и так сойдет. В общем-то, я докрашиваюсь минуты через две, у меня еще есть целых 10 минут, чтобы причесаться до выхода. Ладно, вот здесь мне нужно еще одеться и почистить зубы, но я причешусь, а остальное уже как карта ляжет. Смертельный номер. Ой. Я обмазалась в румяна. Ну ладно. Сейчас я нахожусь в раздумьях. Какая стрелка сделает мой взгляд более мужественным? Что вообще значит мужественный взгляд? Ура, появились ресницы. Фантастика. Ребят, ну, я это сделала за несколько... Я это сделала за сколько? Минут за 5-7 максимум. А вот оно мне надо. Ну, конечно, безбожно красиво сейчас. И, знаете, вайбы хочется передать такой лев, но немножко с израненной душой, такой томный поэт. Она была бьюти-блогером. Да, трэш. Нет, ну я считаю, это краш, девочки. Ну вы посмотрите. Можно я в пижаме пойду? Можно. Ура, мне разрешили. Ну, это лев. Может быть, львенок. Но зато какой. Не знаю, у меня хвост. Пока что. Должна быть яичко. Потому что у меня волосы не уложены, я не могу в хвосте оставить. Едем на съемки. Как чудесно, когда на улице никого. Вообще. Еще снежок такой. Так, я сейчас перекрутила жгуты на эскалаторе. Я хотела их залачивать, но не получилось. Как говорится, сейчас я продолжу делать прямо в метро. Если бы я не опаздывала, было бы еще чудеснее. Я бы смогла насладиться этой красотой вдоль и поперек. Даша очень переживает, потому что выяснилось, что автобус, на котором мы планировали добираться до торгового центра, где будут проходить съемки, на самом деле поменял маршрут и идет от другого метро. Ладно.
Может, я задержусь много. Ну ладно, сейчас я в переходах побегаю и все успею. И теперь мы собственно меняем планы и выбрали другую точку для сбора, другое метро. Просто у нас там небольшие траблы случились с нашим транспортом. Ну, как будто бы это не конец света. Сначала мне надо было найти окей, чтобы найти девочек. Теперь мне надо найти гардероб. Я боюсь, что это надолго. Вау! Я просекла фишку. Веселье начинается только сейчас. Теперь мне надо найти фонтан. Фонтан. Малыша красят. Здравствуйте. Как по-вашему проходит подготовочка? Я все пытаюсь придать объемы волосам, чтобы это не выглядело, как вот облезло что-то. Я не знаю, получилось у меня или... Понимаю. Я обычно для такого просто время танца постоянно руками, типа, вот такое движение. Все, Лиля, накрашена? Да. Супер. Рандеву до туалета и обратно продолжается. Это какой, четвертый раз? У меня четвертый. У меня третий, наверное. Не то, чтобы я считала. Меня раздражают все всегда. Ваня ни разу не видел меня с довольной рожей. Типа, первый раз я была вот такая. Садись. Да я не дурачу. Надо поразмяться. Хорошо. По-хорошему. Я пойду спать пока. Если вы думаете, что на лицо только у Анжелики, вы ошибаетесь. Насколько от 1 до 10 вы за***лись? 100. Меня не спросили. Где мой принц? На белом Вольво. Ну, видимо, сегодня принц ты. Хотелось бы, чтобы я все-таки... У меня был принц, а не я была принцем. Продолжаем наш блог. Влог. Товарищ Кныш, как ваши дела? Товарищ лидер, скажи, пожалуйста, почему мы здесь? Вы все здесь, потому что мама Даша вывела вас погулять. Мама Даша сказала, что... Вы хотели гулять. В 11 утра никто не хочет гулять. Учитывая то, что я встала. Я встала, блядь, пол 6 утра. Спасибо, что выслушали. Что? Потому что Ваня будет где-то прямо. Нормально. Мы снимаем кавер рядом с ярмаркой рождественской новогодней. И вы только посмотрите, насколько это крипово. Здесь снег всасывается в Деда Мороза и выходит из задней части его головы. Она буквально отрублена. Боже мой. Сидит красоточка. У нее будет фоточка. Фотографируемся для тизеров. Я хочу сбежать. Сяду тинде. Нервы на гибе чудо нига. Чем уроке. У вас все хорошо? Да, позже. Хорошо.
часики. Финальный дубль. Ура! Я не тороплю.